Уважаемые гости нашего аэропорта Благовещенск, обратите, пожалуйста, внимание, что в южной части перрона также происходят показательные полеты радиоуправляемых моделей. Не стесняйтесь, наблюдайте, как только модели завершают свои показательные выступления, можно подойти, сфотографироваться. У нас сегодня здесь, в нашем аэропорту. Среди них инспектора парашютно-десантной подготовки Капанин Павел Владимирович, парашютист-спасатель, 1224 парашютных прыжка. Заика Владимир Сергеевич. Заход на вертикальные восьмерки. Як-52. Пикирование. Бурные аплодисменты. Поворот на вертикали. Вторая группа парашютистов выполняет упражнение номер 62. Показательный прыжок с вымпелами и флагами. С флагом Российской Федерации инструктор парашютно-десантной подготовки Инговатов Александр Валентинович. Он имеет в запасе более 80 прыжков с парашютом. Александр Валентинович по праву считается одним из ветеранов Амурского аэроклуба и пользуется заслуженным авторитетом и уважением всего персонала. Секунду, мы не можем оттуда работать. 2 секунды, я сейчас подойду.